Всем привет! Сегодня мы будем делать вот такой вот вафельный рожок с мороженым. Для его изготовления нужен всего один 260 шарик, а также пятерка для самой мороженки. Мороженку можно сделать и из трех шариков, и даже из четырех. Ну что ж, давайте начнем. Итак, растягиваем шарик. И надуваем на 50 сантиметров, в пальцах это 8 пальцев. Завязываем ближе к колечку, подвигаем воздух и делаем 8 пузырей на 3 сантиметра. Вот. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8. И скручиваем их в кольцо. Вот. Теперь делаем микро пузырек на пальчик и еще 6 пузырей. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И также скручиваем их в кольцо. Снова делаем микро пузырек и 5 пузырей. Раз, два, три, четыре, пять. И также скручиваем их в кольцо. Делаем еще 2 пузыря. Раз, два. Перекидываем вот через эту скрутку. И проталкиваем их внутрь кольца. Теперь там, где 3 пузыря, средний пузырь скручиваем в пинч. Из остатка делаем микро пузырек и оборачиваем вот вокруг этой скрутки. Делаем еще один микропузырек и оборачиваем вокруг вот этой скрутки. Остаток спускаем. Завязываем. Теперь берем пятерку надуваем, затягиваем узелок так вот. Берем вот здесь и колечко обматываем вокруг пинча. Поправляем все пузырьки, чтобы они были как кирпичная кладка. Вот такой рожок у нас получился. Всем спасибо за внимание и до свидания.